Вообще, я считаю, что не ставя перед собой больших целей и не умея расставить приоритеты по жизни, все-таки сложно добиться результата. И мы понимаем, что результат, который стоит признания, это то, что рождается в конкуренции, в борьбе, в соревновании друг с другом, против друг друга, против ситуации и так далее. Поэтому я хотел пожелать молодым ребятам, неважно, чем они занимаются в жизни, это первое, умение расставить приоритеты по жизни. То есть нужно понимать, что любой результат стоит больших усилий. Самое главное – это ставить перед собой большие цели. Но самое главное – не опускать руки и всегда стараться преодолевать те моменты негативные, которые встречаются на пути к достижению этих целей. Это, наверное, связано с психологией. Поэтому дерзайте, ребята, старайтесь, и все у вас получится.